На час раньше, 23 и 24 июня, в Чебоксарах по традиции пройдет международный фестиваль фейерверков. В этом году команды начнут выступать на час раньше, в 22:00. Троллейбусы от Красной площади будут ходить до 23:30. В 11-м международном фестивале примут участие 5 команд. Жюри будет оценивать выступления по 4 номинациям. За лучшее музыкально-художественное воплощение, за создание яркого образа, за лучшее воплощение фантазии огня и за лучшую постановку фейерверочного шоу.